Я никогда даже в самом страшном сне не мог себе представить, что моя Родина будет воевать с Родиной моих предков. Она начнет эту безумную, никому не нужную, кроме Путина, войну, и что эта война будет продолжаться уже целый год. Я знаю, что многие считают сегодня, что русские и эта война – это синоним. Но это не так. Это война Путина. Это не война русского народа. Это не война.